Всем приветики! Когда вы отдыхаете где-то на природе, и тем более в лесу, где-то находитесь на какой-то, на пляже даже, вот, вы можете повстречать такую вот муху. Это слепень. Отличается она от обычной тем, что она питается кровью. Получается, вот у нее длинный такой носик, и через него она как раз-таки пьет кровь для выращивание потомства. Именно самка, а самцы так и могут и с растений нектар попить. Вот. Получается, что видит она как тепловизор, холодные и горячие объекты. Интересует ее горячее и движущееся, потому что если горячее, допустим, дерево, ей это не интересно. Ну, на солнце нагрелось, дерево ей не интересно. А вот если движется, значит, живой. Именно поэтому, когда вы вот выходите из речки, вы двигаетесь, вы теплые, и они к вам пристают. Вот, поэтому, тем более физическая активность была, там все, кровь разогрелась, гуляет. Поэтому, если вы будете неподвижны, возможно, он вас не заметит, пролетит мимо. Вот, но если он пристал... Кстати, он когда... Его слышно, как он летает рядом, а когда садится... Этого даже не слышно, он так ножками садится, и это вообще не чувствуется. И когда прокалывает, тоже не чувствуется. Ну и она впрыскивает слюну. И только потом, когда уже улетает, оно начинает чесаться, и только тогда чувствуется. Вот. Поэтому, если он рядом летает, ну, за ним надо наблюдать, но лучше не двигаться, и, может быть, она улетит. Но если сядет, просто сделать резкое движение рукой, и все. А если вы не заметили, как она села, то лучше... обмахнуться чем-нибудь, потому что, возможно, уже где-то сидит. Вот. Оно прям реально не чувствуется. Вроде летало, и все, вроде тишина. Начинаешь обмахиваться, и вот она уже отлетает от тебя. Не слышно, как садится вообще. Вот, поэтому есть вот такие вот слепни. А укусы от них выглядят, я сейчас покажу как. Ну, вот так вот выглядит укус слепня. И он держится у меня уже дня 3, наверное. Получается, это как будто бы несколько комаров покусало. Ну, потому что, ну, больше держится, дольше красное, и оно может и разрастаться шире. Просто у всех людей разная реакция на слюну. У меня вот такая, и долго держится. У кого-то может быть вообще большая, и вообще не проходить, тогда надо к врачу идти. Но если постепенно проходит, то все, можно ничего не делать, просто мазать йодом. А если там разрастается, наоборот, и твердое, тогда уже идти к врачу, потому что там все-таки в слюне, ну, более, слюна более едкая, чем у комара. Так что такие вот чебурашки существуют. Будьте аккуратнее. Ну, а на этом все. Всем покедова.